уже давно под следствием, но продолжает шокировать общественность своими выходками. В соцсетях появилось видео с участием новосибирского блогера-провокатора. Ролик старый, но уже стал вирусным. Богдан Киселев прославился жалкими попытками стать популярным. Ради хайпа он рисковал не только собой, но частенько ставил под угрозу жизнь окружающих. 19-летний парень откровенно издевался над правоохранителями и демонстрировал безразличие к законам. Он бросался под колеса спецтехники, запускал фейерверки, сидя на крыше иномарки, дерзил в отделе полиции. Вот такая вот делюга, короче, в очередной раз уже приезжает как ко мне домой. Сначала недоблогера штрафовали, но после привлекли по уголовной статье. Его выходка со стрельбой из движущейся по мосту машины стала последней каплей. Богдана отправили под домашний арест. Ему запретили пользоваться социальными сетями и публиковать новые видео. Однако он вновь в центре внимания. На кадрах молодой человек катается на сцепке вагонов метро. Ребятки, что есть? Кто? Только я. Только вот я могу вот так. Пока правоохранители не давали комментариев по этому поводу, вполне возможно, что из-за архивного видео список проступков блогера пополнится.